Раз. Ты сам. Нет. Здесь задача не раздать, а задача просто сюда. Это такое. Он не только глава Республики Калмыкия, но и многократный чемпион России и мира, президент Российской Федерации кикбоксинга Бату Хасиков провел в Ульяновской области мастер-класс во Дворце единоборств. После официальных встреч гость сменил деловой костюм на спортивный и началось погружение в мир боевых искусств. Учились у обладателя множественных титулов местные девчонки и мальчишки. Все они повторяли приемы и внимательно слушали наставника. В первую очередь важно, чтобы наши дети верили в себя, чтобы наши дети формировали в себе дух победителя. А за счет чего это делается? Это делается посредством тренировок и единоборства, и других видов спорта. Поэтому все начинается с такого внутреннего посыла, с такой философии, с такой установки. Бату Хасиков признается, спорт помогает ему в работе. Руководить регионом – дело непростое. Секрет успеха в дисциплине и здоровом образе жизни. Деятель Федерации кикбоксинга планирует расширять горизонты и подтягивать другие страны в свою команду. На это есть определенные причины. Мы сейчас планируем создать альтернативную международную федерацию, потому что наших российских спортсменов 2 года назад отстранили от всех международных турниров. И наша задача создать какую-то альтернативу, дать возможность нашим ребятам и спортсменам всего мира выступать под своим флагом, под своим гимном. Кикбоксинг – один из популярных видов спорта в Ульяновской области. Мощная тренерская база, укомплектованные спортивные залы. С каждым годом количество юных спортсменов растет, приумножаются и успехи на выездных и домашних соревнованиях. У нас 32 клуба по городу и по области. Вот, более 3000 человек занимаются кикбоксингом детей. Вот, сегодня на мастер-классе представлены лучшие из лучших. Ребята, кто уже в сборной команде Ульяновской области, их 110 человек. На пару с Бату Хасиковым тренировал детей чемпион Европы и мира Владимир Минеев. Мастер-класс провели не только для ульяновских ребят. По видеосвязи с именитыми спортсменами занимались и дети из подшефного Лутугина. Виктория Черкова, Марат Мигдиев. Улправда ТВ.